Всех приветствую. Сегодня у нас дневной будет на пляже Морская Звезда. Если честно, вышел я, наверное, все-таки дошел сюда чуть-чуть пораньше. Чуть-чуть не дотягиваю до полудня. Ну, думаю, кардинально картинка не изменится. Итак, вход в пляж Морская Звезда. Уже готовы, работают они. Приветствую, уже все. Можно сказать, начали сезон, да? Сезон уже начинается. Потихоньку, пока только сок и ягодки. Но начинается. Ну давайте, удачный. Спасибо, вы как? Все нормально у вас? А как вам? Все так же. Хожу, снимаю, выкладываю. Что у меня? Одежда появляется. Топы всякие, топы, полотенца. Топы я имел до обувь. Заработала точка, где я когда-то приобретал кепочку. Беленькую такую. Она у меня, похоже, такая же до сих пор лежит. Ну, оживает, Лазаревская. Ну, а нас интересует, конечно же, море. И площадку там заливали, посмотрим как раз. Ну, мне все приходит оповещение, что будет шторм, будет все будет пипец, мы все умрем. Появляется вот такая вот, киосочки такие появляются, делают уже воду, теперь она уже не туалет, ступеньки есть, теперь можно нормально спуститься. Я боюсь. Море боится, чего его бояться-то? Тут главное за быки не заплывать. О, там вон кто-то плавает, народ. Ну, загорает уже нормально, я вам скажу. Загорает нормально. Я сейчас тоже. Я с собой, скажу вам по секрету, прихватил термометр. Кстати, температуру воздуха он сейчас показывает 24 градуса. В принципе, я с ним, наверное, соглашусь. А вот с водой, какая вода на пляже Морская Звезда, мы сейчас с вами и замерим. Что-то неохота мочить, правда, а то мне еще домой пешком топать. Я же без машины сегодня. Было 24. Легким движением. Я же не хотел шорты мочить. Надо было вот сильно мне волну поднять, а? Так, надену термометр на ногу и будем замерять. Пусть себе там плавает камешка. Появились зонтики. Там вот чуть-чуть дальше, наверное, пляже Тихий Дон. Вот этот, я не знаю, как он там называется. Уже появились. Так, ты не уплыл там, родной? Что думаете, пора доставать, не пора? Я все равно не услышу. Ну, еще чуть-чуть пускай в воде поплавает там. Ну, в общем, людей становится больше. Больше народа плавает. Твою дивизию, все полностью. Все шорты намочил. Да тут уже практически 19. Мой термометр показывает, ребят. Я не знаю, видно вам или нет, но вот 18 точно есть. 18, ну, в общем, близко. Погрешность, конечно, у него может быть, но стремится, весьма стремится к 19 градусам. Точнее, 19 уже, мне кажется, есть даже. Так что как-то вот так. Как я теперь пойду обратно муху, я не знаю. Поэтому пойду обратно по морю. Вот туда вот пешочком на улицу Колораж. Хотите узнать, как долго идти от Морской Звезды по Колораж пешком по пляжу? Смотрите, когда-нибудь этот ролик выйдет. Всем доброго дня, привет с пляжа Морская Звезда. Вот здесь вот там, кстати, натягивают тенты потихонечку. Ну и делают воду у медийную. Народ потихонечку подтягивается. Всем пока, всем до новых встреч. Я пошел.